Нынешний год, согласно указу главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, проходит в нашем регионе под знаком благоустройства. Парки, скверы, дворы, облагораживаются даже целые районы. А вдобавок к этому ударными темпами параллельно ведется реализация партийного проекта «Единой России» под названием «Формирование комфортной городской среды». Столь масштабной реконструкции аула жители Адыгехабля на своем веку уже и не припомнят. Гул большегрузных автомобилей, грохот отбойного молотка им сейчас только в радость. Ведь стараниями рабочих совсем скоро аульчане получат долгожданное место для отдыха детей и взрослых. Мы, жители, конечно, естественно, все очень довольны этой программой. Аул преобразовывается, становится краше. Нашим детям есть где погулять, заняться спортом и так далее. Сейчас идет реконструкция восточной части парка. Это без малого 3000 квадратных метров. На пешеходных дорожках заменят бордюры, позже все это заасфальтируют. Установят новые лавочки, урны, даже уличные фонари. Такая масштабная реконструкция. Действительно, спасибо всем, кто лоббировал эту программу. Это «Единая Россия», мы знаем. И действительно, это долго, видимо, это жителям нужно, тем более, когда благоустраиваются и общественные территории, и дворовые территории. Также в рамках программы «Комфортная городская среда» в Адыгехабле идет благоустройство дворовых территорий. Строители уже заменили в этом дворе все бордюры, следующий этап – асфальтирование. Для старшего поколения здесь будет установлена беседка, а дети смогут весело проводить время на игровой площадке. А ночью двор будет освещать уличные фонари. Мы тоже запустили кое-что. Ну, сейчас мы думаем, что все будет у нас, все хорошо. Будете поддерживать чистоту? Конечно, будем. Конечно, будем поддерживать чистоту. Мы рассматривали, у нас очень много, 10 дворовых территорий. Именно это было готово для благоустройства тем, что здесь были заменены все коммуникации, инженерные сети. Потому что, чтобы не было в дальнейшем после каких-то замен коммуникации после благоустройства. Уже к концу года строители планируют завершить все работы, а это значит, что общественная жизнь в ауле Адыгехабль существенно преобразится. О работе по благоустройству территории в Орджоникидзевском не слышали чуть ли не советских времен. Нина Петрогова даже глазам своим не поверила, когда увидела, что в поселковом парке начали установку электрических столбов. Теперь здесь можно будет гулять буквально в любое время суток. Ведь уже у нас на той стороне дома, да, в двух местах горят фонари. У нас в доме, включаем, в бараке и здесь. У нас двор очень светлый, прекрасный. Мы ночью теперь не боимся. Местные жители ждали этого благоустройства с понятным нетерпением, ведь раньше в парке не было хорошего освещения, да и лавочки тут были сплошь такие старые, что на них и присесть-то неловко было. Красиво. Для наших детей очень хорошо. Мы росли, у нас такого не было. Нашим детям такое досталось. Особенно пожилые люди, они вот пройти где-то что-то на лавочке отдохнуть, поговорить, мало ли чего. И вот даже вот мы шли оттуда, в магазин зашли, потихонечку сели здесь, отдохнули. Если говорить об освещении в парке, то питающие кабели подведены к фонарям под землей. На глубине более полуметра, никаких свисающих проводов. Все красиво и безопасно. А в самих фонарях будут установлены энергосберегающие лампы, которые не только будут беречь бюджетные киловатты, но и свет давать более теплый, приятный для глаза. Начали мы с прошлой недели. Столбов нам было выделено 42 столба, 35 урн и 33 лавочки. Как видите, мы здесь уже установили столбы освещения. Теперь на данный момент мы устанавливаем столбы освещения в поселке Малокруганном. То есть и там, и тут будет освещение, будут лавочки, будут урны. Зинаида Хатюшина живет в доме номер 1 по улице Балахонова более 45 лет. И на ее памяти за все это время во дворе ни разу не было капитального ремонта. Поэтому в какой-то момент благоустройство и украшение территории легло на плечи жильцов. Но сейчас их двор наконец-то ожидают большие перемены. Детская площадка, парковка для машин, полное асфальтирование всего двора – все это дело самого ближайшего будущего. К
Кстати, клумбу с цветами, которые высадила Зинаида Федоровна, оставят и даже дополнительно облагородят. Ведь проект благоустройства учитывает и пожелания самих жильцов. Всего в трех придворовых территориях заасфальтируют 4000 квадратных метров площади. Сейчас там идут земляные работы, затем начнут устанавливать бордюры. А вот перед новым Домом культуры в Кавказском работы по благоустройству парка находятся уже на финальной стадии. Из 900 квадратных метров плитки уложено уже 500. В рамках года благоустройства сельских и городских территорий, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым, подобные работы проходят сейчас и в поселке Октябрьском, в селах Холодно-Родниковском, Счастливом и Николаевском. Благоустройство этого парка все население исправно и ждало с нетерпением, ведь это единственное место в станице, где они могут вместе провести свой досуг. Кстати, местные жители не сидели сложа руки, наблюдая за ходом благоустройства, а сами активно включались в работу. Грязный парк был, неухоженный, а сейчас и клумбы, и цветы, и деревья, и плитку положили, и благоустройство замечательное. Так что работа нашей главы администрации на 5 с плюсом. Благоустройство парка заняло всего месяц, благодаря тому, что работники местной администрации, помимо своих прямых должностных обязанностей, как на работу ходили заниматься его реконструкцией. В рамках национального проекта формирования комфортной городской среды мы провели в этом году благоустройство территории парка. В прошлом году у нас была заложена в честь 25-летия образования Карачаево-Черкесской республики аллея трудовой славы. Каждая организация высадила в честь своего трудового коллектива деревья. В этом году мы уложили там тротуарную плитку, провели освещение, установили новые лавочки и урны. Также мы благоустроили центральную аллею парка, установили новые лавочки, новые урны и установили новое освещение. За этот месяц в парке было уложено 600 квадратных метров тротуарной плитки, проведено новое освещение, установлено 50 лавочек и обновлена детская игровая площадка. Если в первой половине этого года жители аула Саратюс с радостью отмечали долгожданное открытие отреставрированного Дома культуры, то во втором полугодии у них новый повод для оптимизма. В сельском поселении начались работы по благоустройству территории. Ануар Айбазов живет тут более 60 лет, из которых 15 работал водителем скорой помощи, знает в ауле каждый уголок и по достоинству оценивает проводимые здесь работы. Саратюс, можно сказать, знаю хорошо. Меня, к примеру, очень радует вот благоустройство аула Саратюс. В последнее время делается для этого очень много. Для жителей все это делается. Жители тоже радуются к этому. Аул Саратюс известен в народе как кадровый. Подготовка будущих специалистов начинается здесь со школьной скамьи. Не случайно в список для благоустройства первым делом включили территорию местной школы. Благодаря этой программе улучшится полностью вот красота нашего аула, во-первых. Во-вторых, вот когда дети будут ходить в школу, это очень большой плюс для детей. Будет красивая дорога. Когда будет дождь лякать, они будут обираться уже чистыми, опрятными. Наш аул потихоньку расцветает. И надеюсь, это не последняя программа. Кстати, благоустройство Саратюс проходит в рамках госпрограммы по формированию современной городской среды в Карачаево-Черкесской республике. По благоустройству происходит вот устанавливание тротуар. Вот надеемся уже через несколько дней закончить. Потом будем устанавливать освещение по этому тротуару и в амбулатории, в администрации, вот на детской площадке.
Тренажер будем устанавливать для сельчан. Ну, планируем закончить где-то к середине месяца октября. Все работы в Саратюс планируется завершить уже осенью. Не в последнюю очередь потому, что многие жители аула изъявили желание поучаствовать в благоустройстве родного села в качестве добровольцев. Зара Бетуганова – молодая мама двух детей. В школу они еще не ходят, поэтому Зара часто приводит их сюда, на дворовую площадку. Говорит, что большой проблемой для нее был недостаток места. Когда окрестные ребята сбегаются вместе на площадку, то многим приходится располагаться прямо на траве. Но теперь эта проблема решена, и свой досуг можно проводить с комфортом, устроившись на новеньких лавочках. Тут, особенно летом, выходные дни, очень много детей. У нас тут также в администрации, рядом с администрацией, здание, где проходят различные кружки по тэквондо, по боксу. Все дети приходят здесь, они все играют. Бабушки с внучками, с внуками тоже приходят, они здесь тоже играют. И всегда не хватало места, куда бы сесть людям, ну, родителям. Теперь у нас появились лавочки очень красивые, аккуратные, где все поместятся. И всем деткам, всем взрослым, всем все хватит. За две недели ремонта здесь установлено 15 скамеек, 10 фонарей, 12 мусорных урн и уложено более 200 квадратных метров тротуарной плитки. Приятной новостью для жителей аула стало то, что в ближайшем времени на этой площадке будут установлены уличные тренажеры. На этом работы по благоустройству территории будут завершены. Где-то мы рассчитываем до конца этого месяца, то есть до 1 ноября закончат все работы по благоустройству данной территории. Все мы это закончим и в конце отчитаемся. И мы сначала уже и отчитываемся в Министерство строительства и ЖКХ с фотоматериалами, отчеты делаем. И до 1 ноября мы полностью завершим работу. Дом культуры аула Алибердуковский, особенно его задний двор, то место, где местные жители привыкли не только приятно проводить свой досуг, но и заниматься спортом. В этом здании сейчас занимается порядка 200 спортсменов, да и ребята из соседних аулов едут сюда на тренировки. Ну, а в следующем году эти работы будут продолжены в планах у администрации поселения уложить асфальтовое покрытие по всему периметру благоустроенной территории. Одиннадцать дворовых территорий у 20 многоквартирных домов будут благоустроены в Карачаевском городском округе в этом году. Работы по этому адресу начались всего месяц назад. За это время строители сняли во дворе старый земляной слой, уложили тротуарную плитку и даже установили здесь баскетбольную площадку. В общем, все для удобства и комфорта местных жителей. Я жила здесь очень долго. С 86 года я живу в Джигуте. Но сколько себя помню, здесь как сдали дом, с тех пор никакого ремонта не было. Тем более во дворах. Вот мы рады, что здесь делают дворы, подходы к гаражам. И благодарим всех тех, кто участвует в этом благоустройстве. С 72 года здесь живу. За все это время первый раз делается такой капитальный ремонт. Конечно, мы не можем ни с кем сравнить, как они быстро делают, но делают изумительно капитально. Были заявления, были заявки. Из этих заявок мы проводили голосование в марте месяце. Вот. Потом заседала общественная комиссия, то есть, соответственно, протоколом общественной комиссии были выбраны дома, которые наиболее требуют ремонта. То есть там детских площадок фактически уже не осталось, все было разломано, игровых площадок не было, стоянок, подъездные дороги уже были разрушены. По плану благоустройства во всех дворах предусмотрено устройство уличного освещения, скамеек для отдыха, детских и спортивных площадок. И что немаловажно, обустройство парковок. Помимо прочего, обязательно будут выполнены и ландшафтные работы. По многим адресам уже завершен первый этап благоустройства. Пожалуй, с наибольшим нетерпением завершение этих работ ждут местные жители, ведь в их дворе не проводилось никакого ремонта с момента постройки дома. И вот, наконец, их просьбы услышаны, и у них появится новый удобный двор. Марат Байчоров, узнав о начале благоустройства родного аула, пришел сюда вместе с младшим братом, дабы лично убедиться, что ремонтные работы уже стартовали. Теперь мальчики с нетерпением ожидают их финала, когда на этом месте появятся спортивная и детская площадки. Марат мечтает стать спортсменом, уверен, что новый комплекс поможет ему в этом начинании. Когда я смотрю тут все, я приду моим младшим братом, командам и друзьями.
буду заниматься спортом, потому что я спортсмен. Кстати, площадка для благоустройства была выбрана не случайно. Здесь в шаговой доступности и детский сад со школой, и почта, и местная администрация. Словом, всем здесь будет удобно. А еще в Новой Джигуте в ближайшее время будет приведен в порядок монумент, посвященный памяти солдат из аулов Джигута и Кызыл-Кала, павших на фронтах Великой Отечественной. Здесь население будет проводить свой досуг. То есть сюда будет приходить с детьми, здесь будет спортивная площадка, они будут заниматься спортом. Ну и вот в память то, что здесь будет благоустроена территория, конечно, это все связано с памятью Великой Отечественной войны. То есть это такая комплексная общественная территория для отдыха населения. Всего при благоустройстве в Новой Джигуте в этом году планируется уложить 1000 квадратных метров асфальта и 300 тротуарной плитки. Также будут заменены бордюры, установлены новые скамейки и урны для мусора. По всему периметру площадки будут посажены деревья и кустарники, что придаст территории ухоженный вид. В этом доме-интернате 60 бабушек и дедушек, многие из них инвалиды и самостоятельно передвигаются с трудом. Один из них – Николай Завьялов. Пожилой человек очень любит бывать на свежем воздухе, поэтому прогулки во дворе устраивает ежедневно. До недавнего времени большой проблемой для него был старый асфальт, впадины ямы на которые не давали спокойно передвигаться. Доехать до беседы, где в праздничные дни так любят собираться вместе постояльцы интерната, на инвалидной коляске было, мягко сказать, некомфортно. Поэтому сообщение о ремонте дворовой площадки все искренне обрадовались. На средства, выделенные мэрией, во дворе учреждения было постелено новое асфальтовое полотно, также отремонтировали подъезд к дому-интернату и подъезд к столовой. Кроме того, ремонтные работы коснулись и дорожек к беседкам, где жильцы устраивают чаепитие, играют в шахматы и шашки, в общем, отдыхают и общаются. Валентин Гульманов тоже радуется новому преображению интерната, ведь он стал для него родным домом. Он помнит еще момент открытия и пережил здесь многие годы при разных обстоятельствах, в том числе бытовых. И признается, что нынешние условия лучшие, в которых ему когда-либо доводилось находиться. А в связи с ремонтными работами мужчина особенно рад возможности свободно подходить к своей любимой пихте, главному символу новогодних праздников, который постояльцы каждый Новый год собственноручно украшают игрушками. Коллектив и постояльцы дома-интерната за многие годы превратились в одну большую дружную семью, которая справляется со своими проблемами играючи. Впрочем, у них есть свои печали и радости. Благо, последних больше. А уж видя, сколько энергии и позитива в этих людях, язык не поворачивается назвать их пожилыми. Их молодому духу можно только позавидовать. Эту территорию для благоустройства в ауле Эль-Бурган выбрали не случайно. Она является центром всего сельского поселения, а по соседству с ней расположена общеобразовательная школа и спортивный стадион. Данную площадку мы выбрали из-за того, что центр аула является как бы центром притяжения населения. Рядом находится, как вы видите, стадион. Сюда приходит молодежь, занимается спортом. Люди пожилого возраста прогуливаются по стадиону и прилегающей территории. Под благоустройство территории отведено более 600 квадратных метров. Земляные и подготовительные работы тут практически завершены. Полным ходом идет процесс установки бордюров. В ближайшее время начнется укладка асфальтобетонного полотна. Общей площадью около 400 квадратных метров. Более 5 сантиметров асфальта. Асфальт будет более 5 сантиметров толщиной. В данный момент забетонирован более 10 сантиметров толщиной покрытие, вот это, в котором в последующем будет мягкое покрытие сделано.
Одним из украшений аула станет детская площадка, на которой свое место скоро займут современные игровые комплексы. Посетители спортивных площадок тоже не остались без внимания. Для любителей активного образа жизни эту территорию снасят уличными спортивными тренажерами. Будут установлены 8 фонарей, 22 лавочки, урны, а также будут установлены 6 игровых комплексов и уличные тренажеры. В данный момент уже проведены электрические работы. Работы по благоустройству общественной территории в Эльбургане будут завершены к концу текущего месяца, уже в начале октября. Она будет сдана в эксплуатацию на радость местных жителей. Кстати, подобные парки и скверы для отдыха появятся и у жителей аулов Псыш, Кубина и Инжит-Чукун. Нынешний год, согласно указу главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова, проходит в нашем регионе под знаком благоустройства. Новый виток развития получат и те территории, на которых расположены историко-архитектурные объекты. Например, Аланский христианский центр на Северном Кавказе, куда, помимо Нижнеархызского храмового комплекса, входят Шаанинский и Синтинский храм. Местами памятники архитектуры, а местами просто руины. Чтобы помочь развитию Аланского центра и привлечь в него туристов, эти строения необходимо основательно облагородить. И не только с уважением к культурному наследию отреставрировать древние храмы, но и создать на территории центра необходимую для его посетителей инфраструктуру. Новые парковки для автобусов и автомобилей, возведение арочного въездного моста и автодороги внутри самого храмового комплекса. Здесь же должны появиться зоны питания, детского и семейного отдыха, этнографические элементы. При этом вся создаваемая на территории центра инфраструктура, от кафе до скамеек, должна быть не только вписана в природный ландшафт, но и соответствовать стилю древних храмов. Кафе, этногородок. Все, естественно, будет в одном стиле. Стиль разрабатывается специально, чтобы вписаться в ландшафт, как местный ландшафт, так в архитектурный стиль и храмов, и вот построек 19 века. Точно так же в едином стиле облагородят и территорию этого пруда. Сейчас он больше напоминает зеленое болотце, зато в будущем, без сомнений, станет излюбленным местом отдыха для утомившегося туриста. На территории этого водоема на данный момент она и не просто не благоустроена, как вы видите, пруд он и зарос, и давно не очищался. Что здесь планируется по проекту? Естественно, будет очищен весь пруд, благоустроена территория вокруг, будут какие-то зоны, чтобы отдыхать, зоны отдыха, будут зоны для приема пищи, так называемые по проекту, будет кафе здесь. Но, повторюсь, все здания, которые мы будем здесь строить, вплоть до беседки, кафе и так далее, они все будут оформлены в едином стиле, архитектурном стиле, чтобы вписаться в местный ландшафт. В противоположном берегу будет построено кафе. Кафе будет построено таким образом, чтобы терраса выходила сюда и был виден южный храм, а с той стороны, чтобы он не мешал ни проходу, проезду туристов, которые будут посещать данное место, ни обзору территории на средний храм. Добавлю, что благодаря программе развития центра «Второе дыхание» получит целый ряд монастырских построек 19 века. Их возраст не столь древний и почтенный, как у основного храмового комплекса, но и они тоже представляют серьезную ценность для истории. Карачао-Черкесская республика вошла в число 24 регионов, которые в полном объеме реализовали в 2017 году приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Такие данные размещены на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Минстрой России отметил, что в республике была проведена вся необходимая работа для реализации приоритетного проекта. Своевременно и в полном объеме приняты все необходимые нормативно-правовые акты. Реализация приоритетного проекта была синхронизирована с реализацией республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов. В поселениях с численностью 1000 и более человек приняты муниципальные программы реализации приоритетного проекта и правила благоустройства. Обеспечено трудовое участие жителей республики. Всего в 2017 году было благоустроено 33 дворовые территории и 7 общественных пространств. В текущем году планируется благоустроить еще 83 общественных пространства и 140 дворов. Всего же в республике до 2022 года будет благоустроено 150 общественных пространств и более 1000 дворовых территорий. Отметим, что в текущем году реализация приоритетного проекта ведется в рамках года благоустройства, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым.